этот голый человек Алексей Камерзадов. О, это действительно я. Сегодня у нас 16 апреля 2011 года. Около 25 градусов в Шерегеше. Красота неимоверная. Отсюда тепло, солнце, чистое небо. Здесь холодный, бодрящий снег, которым мы изредка протираемся, для того, чтобы нам не было жарко кататься. Обалденная погода, редкостный случай. Закрываем сезон. Да, дело похоже к лету. Еще раз повторите вопрос. Правда, Диман? Да, так точно? Че? Че-то у тебя морда красная. Зима, знаете. Статическая погода. Идем садиться на подъемник. Ты-то что в броню заковался? А вдруг упаду? Правильно. Нереальная. Давно такого кайфа не было в Шерегеше. Прям, можно сказать, за все годы езды самый жаркий день сегодня. Едем дальше. Ну как? Хорошо. Отлично? Вообще. Ну как? Отлично? Замечательно. Или хорошо? Вообще замечательно. Татьяна? Это просто настоящее лето. Просто Skyway. Миллион людей в купальниках, шортах. Некоторые даже и еще меньше одежды на себя одели. Давай! Грязные игрища устраивает Дмитрий. Зато как интересно. Очки. В полном восторге от катания. Только что упал, руки поцарапал. Но теперь я буду кататься полуголой в перчатках. Заткнись, я не сказал, что я всех буду снимать. Я сказал, буду снимать себя. Что вот этот мерзкий человечишка делает в черной куртке? That girl is a doctor. Hot girl, I heat up when I touch her. Chica Caliente, got me bumping to merengue. I feel so El Presidente. I'm running and I'm loving it. Мы почти поднялись, и тут я вдруг обнаружил, что я забыл борт. Я еще... Без него немного сложно спускаться. Я какие идеи будут? Курил ли я? Что будем делать? На одном ехать вдвоем. Без тебя так плохо. Зачем же снег в попе, ёпт твою мать? Не знаю, у меня его нет там.